Привет, Иван. По, как это, заявкам трудящихся рассказываю быстро. Те, кто не любит цветы, крепитесь, ребята, я с вами. В общем, короче, смотрите. Просто, да, меня спрашивали, как вы поливаете орхидеи. Просто ставлю в ванную. Вот здесь у нас вот этот товарищ сбрасывает листья. Ребята, напишите мне, пожалуйста, Лерата Бомбина. Если сбрасывает листья, что с ней не так? Вроде стоит на свету, вроде я поливаю хорошо. Но какая-то она, блин, бедняга. Бедняга какая-то, не очень, не очень какая-то. Короче, в общем, вот, видите, у каждого есть свой поддончик. Просто беру вот этот, как он называется, воду, дождик, и просто наливаю вот в эти вот стаканы, да, чтобы полностью вода была до самого верха. Ну вот получается, как заканчивается вот эта вот ерунда. В каждый наливаю, и они могут так стоять у меня час, могут стоять два. Иногда мы про них забываем, они могут полдня стоять, кваситься. С ними ничего не происходит. Мне писали, что, значит, когда я видео публиковала на втором канале, что типа таким образом они могут загнить, потому что внутри торфяные стаканчики. Это как бы все понятно, все классно, но мы так поливаем все наши цветы, и новые, и старые, у которых эти торфяные стаканчики, как бы раз, как это сказать, ну уже, короче, их там нету, да, они уже немножко так это подрастворились. В общем, у нас никогда ничего не загнивало, все нормально, никакой проблемы нету. Вот, то есть раз в неделю мы вот так вот их заливаем, они стоят, все корешки напитываются, они становятся зелененькие, сочненькие, и, соответственно, все, и вот так вот они стоят. Это весь уход, собственно говоря, за ними. Больше мы ничего не делаем. Иногда какие-то корни, которые уж прям совсем вываливаются, мы подрезаем. Но в целом, вот, это весь уход абсолютно. И листочки тоже поливаю водичкой, чтобы, ну, во-первых, пыль смахнуть, во-вторых, тоже их немножечко так это, ну, короче, освежить. Это все. Это весь уход. Вот. Так что секрета никакого нету. Орхидеи, такие товарищи, я же говорю, что если им у вас хорошо, значит, они будут жить в любых условиях. Вот. Но полив мы всегда так поливаем. Многие мне писали, что это неправильно. Ну, не знаю, как показывают наши орхидеи. Им так комфортно. Они, видимо, у нас это раки по гороскопу. Так что вот, еще одно орхидеевое включение закончено. Приехала за пряжей, приветики вам. Захожу, заберу свой заказ и поеду быстренько. Привет, друзья! Меня зовут Саша, это канал о вязании. Начинаю записывать свой новый влог. У нас сегодня воскресенье. Вот, я бегу отправлять посылки в СДЭК. Вот, иду тут. Извините, звук какой-то странный. Иду, в общем, короче, с большим пакетом. Вот, тестирую, значит, шапку я свою. Она была с одним отворотом, сейчас я решила сделать два отворота. В общем, тестирую, мне пока тепло. А еще забыла сказать, что у меня этот палантин из мериноса, ну и, соответственно, шапка из мериноса. Тепло, хорошо и зелененький цвет. Привет, друзья! Ну что, паутинку я довязала. Что там я еще довязала? Носки распустила. В общем, так что из заказных таких срочных экстра закончились они у меня все процессы, поэтому я перешла на свой фиолетовый свитер. Хочу его побыстрее закончить. Ну и тоже, в общем-то, чтобы он у меня уже был готовый. И, значит, перейти на вязание подарков папе, брату и маме. Вот, поэтому быстренько тут, короче, турбобелка включилась. Турбобелка лицевая гладь, я бы так сказала. Вот, поэтому потом вам паутинку подсниму, покажу, какая она получилась. Ну, в общем, короче, я очень-очень довольна.
цвет засвечивается, поэтому буду отключаться. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Привет, друзья! У нас сегодня понедельник. В общем, паутинка готова. Я ее сейчас быстренько запаковываю и отправляю. Паутинка, ну, как бы обычная. Не знаю, что тут показать. С горлом, в принципе, все это по стандарту. Вот, этот цвет 6039. Он с люрексом. Ну, не сильно видно, по-моему, на видео, но тем не менее. Вот, очень быстро сохнет. С утра я постирала, к обеду уже была сухая. Вот, так что пойду отправлять. Я бы и завтра, ой, и вчера отправила, но в воскресенье почта не работает. Вот, у меня в этот раз как-то подозрительно много осталось пряжи. Не знаю, с чем это связано. Может быть, у меня плотность поменялась, и я стала вязать чуть более рыхлее, соответственно, меньше. А хотя, подождите, это получается больше расход должен быть. Ну, точнее, нет, да, все правильно, меньше расход. Короче, не знаю, в чем дело, но, в общем, у меня чуть больше пряжи осталось. Вот, сейчас упаковываю и бегу быстренько отправлять, значит, посылку. И мне пришел подарок от Тайного Санты у катера в ежегодном Тайном Санте. Поэтому тоже, да, заберу обязательно и вам покажу. Я в предвкушении, очень как-то так прям волнительно в этом году. Не знаю, правда, почему, но прям жду-жду. Вот, так что обязательно вам я покажу. Надеюсь, там все без проволочек, и мне все отдадут. И, в общем, я оперативненько приду домой, когда еще нормальный свет, и поснимаю. Вот, так что все, просто хотела запечатлеть, что я это ее отправляю, чтобы вы не думали, что я вам тут типа вяжу, типа отправила, ничего не показала. В общем, все это, все готово. Привет, друзья! Забрала я посылку свою. Смотрите, иду в обнимку. Это просто огромнейшая, огромнейшая. Видали, какое слово? Огромная, короче, коробка. Это больше 3 килограмм. У нас метель, извините, я буду сморченной бабкой. В общем, иду. Такая, знаете, увесистая коробочка. В общем, поэтому хорошо, что дом, возле дома почта. Поэтому бегу просто в нетерпении ее открывать. Ну, это просто вообще как будто со мной... Как будто я плюс один. Ладно, отключаюсь, по-моему, ничего не слышно. Ребята, короче, забрала я посылку. Вообще, кто не смотрел до этого включения, в общем, пришла мне посылка от Тайного Санты. Я участвую у катера. Ежегодные проводятся Тайны Санта. Я в этом году свой не провожу по ряду причин. В общем, ну, с удовольствием участвую в других. В общем, я тут уже убрала, значит, все свои эти данные. Я, конечно, Конан-варвар еще тот, но тем не менее, в общем, я сейчас вооружусь вот таким вот чудесным блогерским ножиком. Я решила, что мне тоже такой нужен. Вот, он на самом деле острый капец. Я себе палец не отфигачила, когда я его первый раз купила и тестировала, но, в общем, тем не менее, в общем, короче, вот такой вот ножик. В общем, эта посылка мне пришла, значит, по-моему, из Гомеля, если я не ошибаюсь. В общем, Екатерина. Екатерина, мало того, что моя клиентка в магазине, мы уже достаточно, ну, как бы давно знакомы, вот, и относительно недавно мы с ней познакомились вживую по ряду, в общем, обстоятельств.
Вот, поэтому я, когда увидела фамилию, потому что я не знала, естественно, до получения посылки, кто это, что это, в общем, когда получила сейчас на почте, сразу как-то прям, знаете, не знаю почему, но когда ты хотя бы немножко знаешь этого человека, как будто бы как-то по-другому немножко воспринимается подарок. Не знаю, как это объяснить, не спрашивайте эти чудесные душевные истории, но тем не менее. В общем, поэтому я убрала все свои данные. В общем, сейчас я посмотрю, все ли здесь открыто, и будем с вами распаковывать. Естественно, я не смотрела, что внутри, для того, чтобы, в общем-то, ну, это был сюрприз, да, и для вас, и для меня. Так, в общем, я сейчас открою и к вам подключусь. Короче, я в шоке. Я, в общем, ее открыла. Конечно, эти всякие блогерские, знаете, штучки, пока та, туда фоточку, туда это. В общем, это, конечно, немного притормаживает процесс открытия и раскрытия всего этого дела, но, тем не менее, в общем-то, хочется подольше растянуть это удовольствие. В общем, давайте открывать, да, а то, мне кажется, я так долго болтаю, что уже просто всем надоело. Я вижу там уже какую-то красоту, вы только посмотрите, какая бумага красивая, в эти пупырышки, Merry Christmas написано, в общем, красота. Ой, блин, так жалко всем дорвать вот эту вот красоту. Ну, ладно, я... Черт. Ну ладно, хотелось красиво. Обалдеть. Смотрите, какая красота. Это Регия Sport Color. Значит, здесь 100 грамм 420 метров, 75. Так, давай, дружок, 75 на 25. Все как положено, все как по классике. Так, 01 319 цвет. Ну, вы только посмотрите, какая красота. Обалдеть, и цвета такие классные. Супер, супер, очень круто. Уф, переводим дух. Поехали дальше. Так, здесь проглядывается тоже красота, но от этого еще более интереснее. Класс! Это красивейший цвет. Невероятной красоты цвет. Серый, такой, знаете, не то. Единственное, что у нас, конечно, синит цвет, да, за окном уже все-таки вечерело, но надеюсь, что вам передается. В общем, это очень красивый, такой бежево-серый. Мне напоминает чем-то мрамор. Очень красивый цвет. У меня, по-моему, такого цвета нету в коллекции. И от этого, конечно, еще прям круче. Так, 90,05 цвет. Это Ализе Артисан. Если вдруг кто-то не знает, 100 грамм 420 метров, 75 на 25. Невероятная красота. Пополнение вообще моей носочной коллекции. Спасибо. Так, тут еще тоже красота красотецкая, тоже артисан и какой-то тоже классный цвет. Так, ну, красиво, короче, не получается у меня, извините. Извините, извините. Очень хотелось. Так, это шикарная петролька. У вас она чуть-чуть засвечивается. Вот так, наверное, правильно передается свет. Это очень красивый петрольный. И вот как раз-таки, по-моему, такого петрольного у меня нету в коллекции. Я его хотела, потому что я очень люблю всякие такие синие оттенки. Супер. 666 цвет. Тоже артисан. Класс, Кать, спасибо большое. Вообще, просто, просто не передать словами. Так, фокус, ты не сходи с ума. Пожалуйста, давай, работай. Так, не знаю, за что хвататься. Давайте вот этот вот бубличек возьмем. Здесь что-то очень интересное. Так, кто не любит всякие шебуршинки, шушинки, извините. Ух ты, это какой-то обалденный твит. Давайте посмотрим, что это такое. Так, это, Минотаура, насколько я понимаю, 80 ягненок, 20 па, 450 на 100. Слушайте, ну это очень красиво. Цвет, ну, чуть-чуть неправильно вам передается. Он более такой насыщенный синий, наверное, как королевский синий. И здесь очень красивые эти крапинки такого горчичного, голубого, белого цветов. В общем, очень красиво. И здесь такая увесистая бобинка. Вообще, просто супер-пупер класс. Это однозначно на какой-то жилет может хватить. Надо будет взвесить, что это. Возможно, даже на какое-то плечевое хватит. Вот, либо будет классный шарф или классный комплект аксессуаров. Но цвет вообще просто обалденский. Тот, который я вижу глазами. Так, поехали дальше. Тут, божечки, тут же вообще красота и все не заканчивается. Однозначно не заканчивается. Так. Ой, как интересно. Так, это у нас... Так,
Это у нас шерсть яка, Astra Premium, класс. А, значит, это 25 шерсть яка, 50 шерсть, 25 фибра, 100 грамм, 120 метров. Я, значит, эти моточки щупала, у меня есть зеленого цвета, и очень круто, что есть синего, можно теперь точно связать себе комплект. У меня есть шарф, вот такие вот классные варежки. Чуть, ой, извините, чуть не упали вы. Цвет потемнее, он такой прям насыщенный синий. Но, опять же, это могут быть не мне варежки, но очень-очень классно, супер вообще, огромное спасибо. Мне эта пряжа тактильно очень нравится. Она такая, с одной стороны, грубая, с другой стороны, ну, видно, что это, в общем, шерсть, да, не абы что. Класс, спасибо огромное, огромное-огромное спасибо. Так, тут какой-то бобик интересный, давайте будем смотреть. А, ух ты, что это такое? Это... Так, моя пряжа Luxury Selection by Rigoff, Rescalina, 100% лен. Смотрите, какая красота. Это очень красивый, такой глубокий, наверное, я даже не знаю, зелено-бутылочный, что ли, цвет. Это лен. Вот на какую-то майчонку точно можно. Здесь получается 320 метров на 100 грамм. Это точно на какой-то топ. Очень классно. Вообще просто супер-пупер класс. Цвет бомба и метраж офигенный. Бери, вяжи. Класс, Катя, огромное спасибо. Невероятно. Так, ну и тут же, смотрите, тут же просто сладкая составляющая какая-то невероятная. Ай, обалдеть. Так, смотрите, значит, здесь у нас вот такая вот шоколадка коммунарковская, наша вкусненькая малина, шоколад горький с малиной. Супер, отлично, это мы любим всей семьей. Здесь Барни, ой, это для моего ребенка, хотя, может быть, и для меня, я тоже Барни люблю. В общем, здесь подарок на елку. И здесь всякие какие-то штучки, печеньки и все-все-все. Супер, огромное спасибо, вообще невероятная красота. Так, это же еще тоже не все, вы же понимаете. Класс, это... Ох ты, супер, это чайный... Как это называется? Чайный, в общем, набор. И здесь всяко-всяко разное, видите? Разные наборы, 24 пакетика, супер. Очень классно, я на самом деле перед Новым годом люблю всякие чайки погонять, я и в принципе люблю чаи, но вот именно как-то в зимний период это прям само то. Я такого набора не видела, очень красиво, вообще, слушайте, классная идея, молодцы, конечно, Кёртис вообще, и мне нравятся их чаи, они у них всегда вкусные, насыщенные, такие, короче, классные, супер, огромное спасибо. Так, здесь какая-то, смотрите, какой-то домик, классный-классный, невероятный, и здесь... всякие вкусня. Ой, супер, здесь и киндер-сюрприз, и этот самый, как он называется, и шоколадки вот эти вот, и там халва. Супер, класс. Это сладости, сладости перед Новым годом никогда не бывает, знаете, много. Так, здесь какая-то красота. Мне кажется, что это типа записной, что ли, книжки. Ну, все поняли, да, что я не умею красиво распаковывать. Извините. Извините, извините. Так, класс, say yes to new adventure. Это прямо девиз по жизни однозначно вообще. Скажи да новым adventure, по-моему, приключениям, если я не ошибаюсь. Новым приключениям, да, и горы как раз. Вообще, это прям, знаете, концепция моя по жизни, это точно. Вот такая записная книжуля, это очень классно. Ой, тут еще, смотрите, какая... штучка. Желаю уютных моментов этой зимой. Класс, очень классно. Такая закладочка. Супер, мне нравится, что чистая клетка, без всяких там дата, шмата и все остальное. Это очень удобно. Ну и, конечно, вот эта вот обложка, вообще суперская золотишко. Да, однозначно, надо говорить да новым приключениям. Это 100%. Я согласна, вообще девиз по жизни. Ой, тут же ведь еще, смотрите, какая прелесть. Обалдеть. Короче, у меня... Извините, все члены моей семьи, так сказать, это, одарены. Катя, огромное спасибо, блин, просто вообще. Смотрите, карандаши-самоделки на остров динозавров. Я, значит, знаю эту серию книжек, и это очень классно, потому что мы ее еще не читали. Мне кажется, что ребенок вот сейчас как раз-таки уже потихонечку, да, подходит к этому возрасту, когда можно читать. И я думаю, что ему точно понравится. Огромное спасибо, Катя, вообще. Я прям, знаете, когда, как это сказать, получаешь сам подарки, и всегда радуешься, прямо счастлив. Ну, когда еще и какие-то мои эти товарищи, которые вместе со мной проживают, получают подарки, я прям просто вообще безграничная благодарность. Это очень-очень круто. Смотрите, какая книжка в твердой обложке. И тут истории. Короче, будем с ребенком сидеть и лежать и читать. Супер, огромное спасибо. Так, и здесь. Ой, елки-палки, а вы посмотрите, огромная коробка конфет. Обалдеть вообще.
набор шоколадных конфет, вот такие вот всякие конфеточки. Супер, 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 супер класс. Огромное спасибо. Это наш Спартак. У нас, привет, это я. У нас, в общем, наша белорусская продукция, да, по шоколадным и всяким-всяким вкусностям. Ну, на самом деле, очень качественная, очень толковая, поэтому я сама, честно говоря, практически всегда в подарки беру что-то наше шоколадное, потому что, ну, это действительно, это качество хорошее, вот, и хорошие вкусовые моментики, да, и вообще просто, просто класс. Поэтому, вот, в общем, вот такая вот огромная карабень. Ой, подождите, это еще не все, там еще, я чуть было не оставила. Так, ой, коробку убираем. Подождите, не помещается у меня тут все в кадр. Так, красоту наведем. Так, это вот так. Это вот так. Это вот так. Вот так. Здесь еще вот так. Вот так. Вот так, вот так. И так, вот так. Так, и здесь еще какая-то масюсюсечная малюська. Сейчас мы посмотрим, что это такое красивое. Ой, какая прелесть. Смотрите, это такие штучки, которые можно на подарки вешать. Класс, это очень круто, это полезно. А, да, повесил, и можно какое-то пожелание написать, или не знаю, кому. Такие, в общем, ярлычки. Очень-очень классно. Спасибо огромное. Это прям вообще супер, то, что доктор прописал. Короче, смотрите, в общем, это просто фантастика. Катя, огромное спасибо, просто вообще невероятно. Просто вы сделали мой день, вообще подарок с душой, с заботой вообще о каждом члене моей семьи. Огромное спасибо, это просто невероятно. Во-первых, Катя, большое спасибо, Катя Ра, большое спасибо за этот проект. За ежегодный проект, да, то, что это уже такая добрая традиция перед Новым годом. В общем, мы посылаем друг дружке подарки и радуемся, и это еще больше приближает наступление Нового года, хорошего настроения. Даже когда настроения нет, вот так разобрал подарок и просто такой довольный, как дурачок сидишь, улыбаешься, вот, и сам с собой болтаешь, но это просто вообще просто невероятно. Пойду сейчас мужу расскажу, покажу, что тут нам это, нам приехало. Вот, поэтому огромное спасибо за такой подарок. Надеюсь, вам интересно было со мной распаковать. Простите, если, как это сказать, словесный мой запас скуден, беден, но эмоции, знаете, они такие, кроме круто, вау, супер, ох, ах, супер, супер, спасибо, спасибо. Ну, правда, я не знаю, что еще сказать, потому что, ну, это все эмоции, это очень крутой подарок, поэтому еще раз огромное спасибо. Пошла я разглядывать моточки и, как его зовут, короче, в общем, наслаждаться своим подарком. Все, до следующего включения. Ну что, я закончила свитер, иду стирать. Лежит у меня на стиралке. Сейчас я его замочу мылом хорошенечко, пошмуренькую. И потом на отжим закину в машинку. Вот, так что вот такой красавчик. Завтра, надеюсь, при свете дня вам его покажу. Но если он успеет, конечно, высохнуть, по идее, должен. Вот, буду стирать мылом из Кусвила, во фроше замочу. В общем, все по классике, короче. Получился классный, пока кривой, но, надеюсь, сила ВТО ему однозначно поможет. Итак, всем привет. В общем, у меня чудесная распаковка. Я дождалась. Нету моча терпеть прекрасного света, поэтому заранее прошу прощения, что свет так себе. Но я думаю, что это на самом деле все равно, какой свет. Главное, что там внутри. В общем, я пока так и не вычислила свою снегурочку, потому что... короче, ладно, неважно. Неважно. В общем, давайте открывать. Я тут сняла всю упаковку. И, в общем, давайте посмотрим, чего там внутри. Главное сейчас не сбить камеру. Мать моя сардина, ну вы только посмотрите. Бог ты мой, какая красота. Обалдеть, как красиво. Так, супер, класс. Почему-то я сразу подумала именно, в общем, блин, как круто. Я прям не могу сдержать улыбку. Кристина, огромное спасибо. Я это наконец-то поняла, кто моя Снегурочка. Огромное спасибо, это просто невероятно. Смотрите, какая красота. Открытка просто чудо, чудная, дива дивная. Класс. Короче, я сейчас буду улыбиться, естественно. Куча будет слов класс, супер, здорово и так далее. Ну, в общем, я думаю, что мы с вами это переживем. Так, так. Угу. Фокус, в общем, ушел куда-то. Ну, давайте я попробую открыть. Класс, вот это красота. Вот это да! Ёлки-иголки, а!
Смотрите, короче, в общем, это, конечно же, это для меня, естественно, щенячий патруль, ну, это прям вообще супер, у меня ребенок буквально недавно подсел на щенячий патруль, ему прямо нравится, и, в общем, это действительно топ of the top, в общем, вот такая красота, невероятный тут подарок для моего ребенка, я ему прям так и отдам, огонь, спасибо большое, спасибо, боже, ну, вы только гляньте, ёлкин патефон, это же просто сразу... Приношу свои извинения за слова, но я просто теряюсь, потому что, во-первых, все офигенно упаковано, во-вторых, я уже вижу тут невероятные вкусноты, вкусняшечки. Слушайте, это, смотрите, это какая-то красота, это что-то типа рахат-лукума, я так понимаю, наверное, да? Сейчас, дайте-ка я переверну, чтобы тут... Восточные сладости. Ну да, правильно, это все правильно я поняла. Это рахат-лукума. Это, конечно, вообще я очень люблю. Все эти восточные штучки, они, конечно, очень быстро улетают просто со скоростью звука, но это прям класс. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Класс. Но я уже вижу, что здесь какая-то невообразимая красота, снежиночки. Это, я так понимаю, Машина пасма. Смотрите, какая красивая, невероятные цвета. Здесь смесь. Мне, честно говоря, это пасма, еще такой свет, конечно же, корявый. Это пасма напоминает почему-то какую-то птицу. Я не знаю, почему. Вот первая ассоциация, какая у меня пришла. Супер. Супер-супер, просто не передать словами, честное слово. Это настолько круто, что я просто не могу остановиться щупать. И она такая мягенькая. Класс. В общем, огромное спасибо и Кристина, и Маше, потому что это большой-большой приветик. Так, поехали дальше. Что тут у нас еще невероятное? Здесь вкусная шоколадка. Супер-класс. Молочная. Я люблю. Я единственное не знаю, как это читается. Я каждый раз пытаюсь прочитать, что Геттон или, наверное, как-то так. В общем, вкусная шоколадка, класс. Ну, поехали, в общем, открывать вот эти невообразимые пакеты. Жалко мне, конечно, рвать. Я Конан, еще, варвар еще тот. Ух ты, вижу уже что-то красивущее. Елы-палы, лес густой, вы только гляньте, а. Меленвайт пазл, значит, с алоэ вера, гляньте, какая красота. Вот такой будет чудесный носок и вот такая расцветка. Очень красивая какая-то просто. На камере, мне кажется, она немножко по-другому передается. Вживую я вижу такую какую-то, что ли, то ли весеннюю, то ли реально зимнюю расцветку. Очень классно вообще. Класс, класс, класс. Так, значит, так как я снимаю еще и для блога, в общем, я сразу же буду озвучивать. Здесь 75 шерсть, 25 полиамид, 100 грамм, 420 метров. И это 61,29. Ну, вообще, это просто балдеж балдежный. Класс, огромное спасибо. Поехали дальше. Так хочется посмотреть, что внутри. И так жалко рвать упаковку. Ну, что делать? Ну, что делать? Вот это да! Обалдеть! Обалдеть! Смотрите, какой-то Regia Happy Dots Color. Я не знаю, что такое Happy Dots Color. Ну, какие-то счастливые, видимо, заводные цвета. Будем так называть. Значит, это 0,1281. Здесь 75 на 25. Все по классике. Очень красивый цвет. Очень похож, честно говоря, на Ван Гога, которого я недавно привезла из Чехии у Опала. Я, если честно, начала открывать и прям практически сразу же подумала, блин, неужели это снова опал? Неужели у меня будет два? Но нет, на самом деле я даже рада, что это не опал, потому что, ну, как бы две одинаковые, это не так круто, когда есть еще и вот такая вот красота. Слушайте, ну она, во-первых, она очень мягенькая, во-вторых, очень классные расцветки. Этот синий, желтый и такой какой-то... Ой, свет еще, конечно, боже, глаз можно выколоть себе. Что-то типа зеленое или серое. Завтра я еще при свете дня посмотрю. Но вы только посмотрите. Но это же вообще просто балдеж балдежный. Класс. Огромное спасибо. Так, тут что-то большое. Что-то большое. Я так понимаю, что это бобинище. Если бы вы видели, как я эту посылку несла с почты, вы бы, конечно, поржали бы вместе со мной. Ух ты. Вот это, да, это что-то невероятное. Ёлкин конь, это стопроцентный натуральный як.
Бьорджоли Модест, если я правильно читаю этикетку, но вроде я больше умею читать этикетки. Если это так, то это просто вообще сокровище из сокровищ. У меня аж в зубу дыхание сперло. Ну, это просто реально сокровище. Мало того, что он мягкий, он невероятный и натуральный. У вас он какой-то такой невнятный, а он, я так понимаю, короче, натуральный цвет, такой типа бежевый, я даже не знаю, какой-то сливочный, не знаю, короче, как охарактеризовать этот цвет, надо его при свете дня смотреть. Но это очень мягко, если я говорю, что я правильно понимаю, то это вообще просто сокровище богов, честное слово. Офигеть, огромное спасибо, просто нет моих слов. Нет моих слов, но это же еще не все, вы же видите, что это еще не все. Уф, девочки, держимся, держимся. Ух ты, это что-то невероятное. Так, это 70 Merinos Extra Fine Super Geelong и 30 Кашемир. Вот это да. Это просто, вот знаете, все, что я люблю, все, что просто доктор прописал. Офигеть. И цвет очень красивый. А на камере, да, так как все желтит, он, мне кажется, не очень правильно передается. Завтра, естественно, при свете дня я посмотрю. Но он такой какой-то розовый, не то, в общем, вы поняли, да? Какой-то лососевый, наверное, или лососево-розовый. Ну, в общем, очень красивый и очень мягкий. Просто вообще обнимашкаться и обнимашкаться. Слушайте, ну это же вообще, это просто-просто, ну, как обычно, да. Так, это что-то интересное. Поехали дальше смотреть. Ух ты, ух ты. Мать моя сардина, это ручная работа. Так, лучше для тебя натуральные камни, зеленый, шпи, шпи что? Шпи, шпинель, шпи, шпи, шпи чего-то там, шпи, в общем, что-то. Я не знаю, что это такое, но это просто какое-то роскошество невероятное. Здесь ручная работа лично для тебя, натуральные. А, это камни, наверное, написано, нет, нет, нет. Камни, это апатит, какой красивый, ну вы только гляньте, а? Обалдеть, вообще я так в последнее время помешалась на таких бусиках, что это, я так понимаю, что это бусики, может, конечно, не бусики, но похоже очень, может, это и браслеты, надо будет, короче, мне, я, надо мне все уточнить, еще и фокус починить. Ну, вы только гляньте, это же вообще ручная работа, это просто ошалеть можно, и мои любимые цвета, зеленый и голубой. Просто сейчас надену, муж будет хихикать с меня, скажет, о, сорока снова прилетела. Ну, это просто вообще класс. Сокровище, сокровище, огромное спасибо. Просто этот, просто моего спасибо, мне кажется, недостаточно. Ух ты! Легкий пластилин, ну, это, конечно, для мужа моего, естественно, лепить что-нибудь. В общем, Мирослав точно будет очень-очень доволен. Он любит всякие такие штучки, ему это точно понравится. Огромное спасибо, класс! Класс, класс, класс. Супер, еще и стейки в наборе. Офигенно, просто, просто офигенно. Так, поехали дальше. Тут я вижу, во, классные, суперские. У меня есть похожие, но без вот этих вот замечательных пятюнь. У меня, в общем, что-то есть похожее, но, по-моему, даже чуть-чуть другого цвета. Класс, таких штук бы не бывает никогда мало. Это эти стоперы, насколько я... сейчас почитаю, наконечники для спиц, ну, стоперы, да, в общем, это по-нашенски, класс, это очень нужная история, так, ну, извините, девочки, не знаю, мой телефон в шоке вообще от происходящего, ух ты, тут тоже какая-то невероятная красота, класс, вот это да, это Лэнг Яволь Силк Супер Вош. Я вообще вот Лэнг именно Яволь я не вязала ни разу, поэтому это прям вообще класс-класс-класс. Так, 20, 55 шерсть, 25 полиамид, 20 шелк, 50 грамм, 200 метров, ну и, соответственно, у меня два таких моточка, это очень красивый такой, знаете, фисташковый цвет, светлая фисташка, наверное, можно так его назвать, и это цвет 130.0197, какие-то координаты практически, ой, вообще класс. Просто она такая нежная, она такая мягкая, что это можно просто обалдеть. Ну, вы подумайте, ну и цвет же какой красивый, все как я люблю. Ну да, это что-то между фисташкой и, наверное, лаймом таким светлым.
класс, огромное спасибо, просто богатство, богатство не перестают удивлять. Так, поехали дальше, тут же еще, это же еще не все, и это, так, это что, плохо я что-то вижу, это, извините, еще бы научиться читать, но я так понимаю, что это, наверное, какое-то мыло. Так, мне кажется, что это, да, какое-то мыло. В общем, я изучу этот вопросик и вам обязательно расскажу. Ну, bar soap, насколько я понимаю, что это какое-то, в общем, мыло. Слушайте, но оно и пахнет же вкусно. Просто невероятно. Я так понимаю, это инжир, что ли, какой-то? Да, фига, насколько я понимаю, это инжир и мандорла, ну, извините. А, ну вот же написано, фиг и элмонд, это этот миндаль, насколько я понимаю, и инжир. Ну, это вообще, инжир я последнее время очень полюбила, это прям тоже попадание в самое инжировое сердечко. Так, это еще не все, гигиеническая помада, это тоже топ of the top, у меня в каждой сумке по 2 штуки, а то и по 3, это будет прямо, знаете, супер. Я, честно говоря, такую не видела, сос с пантенолом, но это прямо вообще хороша. Хороша, буду пробовать. Этого точно никогда много не бывает. Гигиенички у меня улетают, как и крема для рук. Просто вжик и все, и нету. Огромное спасибо. Ой, тут же ведь еще. Вот это, да. Вот это, да. Ну вы только же посмотрите. Это средство для стирки вязаных изделий. Здесь так, идеально отстирывает пропитку с бобинной пряжи. И вторую, жалко, блин, мне так... А вторая. Ладно, давайте. Уже гулять-то гулять. Надо же все открывать, смотреть, нюхать. Тем же ведь интересно. Так, так. Это у нас, значит... Что тут у нас? Кашемир, меринос, альпака, як, шерсть, махер. Идеально отстирывает пропитку с бобинной пряжи. Выбивает пух и раскрывает пряжу. Офигеть. Это шлан. Класс. Это просто вообще что-то невероятное. И это, так, шлан, это средство для стирки вязаных изделий. Это... Это лен, бамбук, хлопок, вискоза, конопля. Бомба, просто пушка, огонь, пожар. У меня вот такое есть мыло, мне Аня Павло, по-моему, дарила, если я не ошибаюсь, и оно очень классно стирает лен, и оно у меня уже почти закончилось. В общем, короче, Кристина, ты просто как в воду глядела, честное слово, таких крутых средств у нас, ну, по крайней мере, я искала, у нас в Беларуси нету. Мы их заказываем всегда с России, если кто-то что-то где-то. Ну, честно говоря, я уже давно не видела особо как-то. Ну, не знаю, может, я просто не задавалась вопросом. Слушайте, ну, это вообще просто класс. Огромное спасибо. Это прям вообще то, что доктор прописал. Короче, у меня все тут. Все, что вы видите, это все, что доктор прописал. Так, и последняя какая-то невероятная красота. Давайте мы посмотрим, а что это? Это что-то какое-то... Вот это да! Если я правильно понимаю, это Лора Пьяна, это Бэби Кашемир. Это 2 на 26, это, соответственно, что это? 1300, что ли? Да, по-моему, 1300 метров. Вот это да! Вот это да! Вы поняли? Вообще просто, просто офигеть! У меня сейчас пойдут матерные слова, поэтому я буду скоро отключаться, чтобы вам тут не материться. Это очень просто, вообще, такие подарки, такие составы, такое все, что я вообще в шоке. Кристина, огромное спасибо, я прямо не знаю, как благодарить. Это просто вообще богатство, сокровище и... невероятные. Вообще, в этом подарке есть, мне кажется, все, что нужно вязальщице. И не только вязальщице, еще и девочке, еще и это, пожирателю сладостей, и еще и маленьким человеком в этой семье. В общем, я просто невероятно счастливый человек. Огромное спасибо. Вроде я ничего не забыла. Так, фокус только я забыла включить. В общем, вот это просто, девочки, это просто вообще офигеть. Огромное спасибо, во-первых, Маше и девочкам, кто, в общем, организаторы. Кристина, огромное спасибо за то, что вообще знаешь мои вкусы, просто
ну, мне кажется, что, в общем, о вкусах точно либо где-то было сказано, либо где-то было узнано. В общем, я в шоке, у меня начинает заканчиваться словарный мой запас. Я пошла обниматься с этими вкусняшами, и это просто вообще балдёж балдёжный. Огромное спасибо. Я пошла. Всем привет, ребята! У нас сегодня, что там, вторник, по-моему. Смотрите, в общем, какая у меня тут красота. Приехали сумочки, доехали наконец-то от Ани Павловой. Анечка, тебе большой привет, вообще твои сумки, это просто пушка. Давайте все напишем у меня в комментариях, что Анины сумки пушка. И пойдем к Ане на канал и напишем ей, что у нее сумки пушка. Даже если вдруг вы никогда не трогали Анины сумки, никогда не видели их у меня или у Ани, или у кого-то еще, кто уже их купил. В общем, реально, я прямо рекомендую, я готова петь оды Аниным рукам за ее идею, за ее реализацию, в общем, за ее выбор тканей, потому что ткани — это тоже, знаете, вопрос такой, что вроде бы ткани есть всякие классные, но иногда такие принты, что думаешь, бог ты мой, ну что это такое? Здесь вообще просто, просто вообще отвал всего, и башки, и ушей, и пяток, и всего остального. В общем, смотрите, приехало ко мне 6 расцветок, вот, значит, часть уже сумочек, их было вне, как это сказать, каждая сумочка была в нескольких, боже, количество, аж забыла слова, вот, поэтому часть сумочек уже забронирована девочками, те, кто знает, или те, кто, в общем-то, давно присматривается, но решил в Новый год сделать себе подарок, это реально классный подарок, потому что, ну, в общем, это многофункциональная вещь, я ношу, у меня есть такие сумочки, я ношу их не просто как проектную сумку, а ношу, например, на прогулку с ребенком, или, например, я еду куда-то, не знаю, там, отправлять посылки, мне надо кучу всего с собой взять, вот я беру такую сумку, или, например, я еду там, ну, опять же, в теплое время суток, в теплое время года я, например, поеду куда-нибудь на природу и вот возьму с собой там и книжку, и набор спиц, и вязание, и ребенку, не знаю, попить, и что-нибудь еще. Короче, это реально очень-очень хорошие, многофункциональные сумочки. Вот, давайте я вам быстренько покажу и расскажу. Значит, смотрите, вот такая вот сумочка, они выполнены из суперплотного хлопка, который держит форму, его можно поставить, можно вот так, то есть, вот, смотрите, давайте я вам буду ближе показывать. Во-первых, посмотрите, сама сумка, во-вторых, подкладка, это просто любовь любовная, в каждой сумке это просто, знаете, можно историю сочинять. Вот, значит, здесь вот эта вот кулиска, она зажимается, можно сделать зажимы, можно не делать зажимы, вот. Вот, получается дно, все, и она стоит, она никуда не девается, вы поставили проект свой, допустим, сюда помещается, это все большие сумки, у Ани есть еще в ассортименте маленькие, но вот у меня почему-то пользуются всегда популярностью именно большие, девочки просят, не надо нам маленькие, нам нужны большие, ну, как бы хозяин-барин, в общем, сюда помещается реально большой проект, все свои большие проекты, типа черного свитера на заказ, типа лапопейсы мужу, типа свитер для брата по мотивам брата 2, все сюда помещается. Сюда помещаются бобины, сюда помещаются проекты, процессы. Например, когда вы только начинаете большой проект, естественно, сюда могут еще носочки поместиться и шапочка. Если у вас уже проект на стадии завершения, то сюда помещаются спицы абсолютно спокойно и сам проект. Бобины несколько штук спокойно помещаются, ну и сам. Вот, плюс, опять же, здесь вот есть куча всяких замочков. Вот сюда в большую сумку помещаются набор чагу, который носочный, который тоненький, можно сюда его засунуть. Плюс, опять же, сюда помещаются синий, желтый, красный, которые вот эти вот коротышки, они тоже сюда помещаются, вот здесь есть потолще карманчики, поуже карманчики, сюда, например, я всегда кладу сюда спицы, я всегда сюда кладу видеокамеру, конечно же, вы понимаете, вот, в общем, все сюда помещается, ножнички, эти маркеры, в общем, короче, это просто вообще любовь любовная, вот, здесь хорошие ручки, они вешаются на руку, сюда все пролазит, поэтому, ну, однозначно, в общем, короче, смотрите, вот такие вот румяные перышки, значит, есть невероятная красота, дальше вот такая вот синяя красотка, это грозовая девочка, потому что, посмотрите, какая подкладка, просто вообще, честно вам могу сказать, что я присматриваю себе такую сумочку, вот, но пока не могу, честно говоря, определиться, есть у меня тут несколько претендентов, и я между ними выбираю, в общем, вот такая вот грозовая девочка-девчонка, очень красивая подкладка, и невероятный синий цвет самой сумки, он такой, знаете, не то джинс, не то, не знаю, как это, я не очень разбираюсь в тканях, да, сразу вам могу сказать, но это реально вообще офигенное качество ткани. Так, значит, вот такой вот, значит,
Я забыла, как я назвала. Яркий электрик, по-моему, как-то так. Я забыла, как называется эта расцветка. Вот, но она такая, она вообще такого ярко-василькового цвета. Камера чуть-чуть этот цвет делает более таким светлым. Вот, тоже очень красивая. Смотрите, вообще классная подкладочка. Все классно выполнено, швы замечательные. В общем, просто супер-пупер класс. Так, ну вот это, конечно, это мишки с рыбками. Это просто вообще, вы только посмотрите. Ну, это же вообще просто обалдеть и не встать. Вот, и здесь вот такая подкладка, как и вот в этой сумочке. Все гармонично. Я думаю, что вы четко видите, что все, короче, здесь красота. Но эти миши, это просто, короче, мои претенденты это миши. И вот эта вот синяя, да, грозовая девочка. В общем, это однозначно мои претенденты на то, чтобы быть выбранными для моих сумок. Вот это зимняя витаминка. Вы посмотрите, вообще просто классно. Кто-то называет это перышки, кто-то называет это деревья. Для меня это зимние витаминки. Взял одну, хлоп, и красота. Вот, и здесь вот такая вот в тон, мне кажется, очень красивая. Вот эти вот орнаменты. Вот, тоже плотненько, тоже хорошо. Так, ну и вот это, мне кажется, на момент выхода видео такие сумочки уже будут забронированы. Вот, но если что, вы пишите, будем что-то придумывать. Вот, и здесь посмотрите, какие тут и зайцы, и филины, и козероги. Здесь, в общем, это полосатый оракул, я его назвала. Очень красиво, прям вообще супер-пупер класс. Вот, полосатики, конечно, чудесные. Так что вот, смотрите, сколько невероятных сумочек у нас от Ани. Вот, так что выбирайте свою любимую, можно, не знаю, намекнуть мужу, можно прямо сказать. Вот, не все мужчины намеки понимают. Вот, можно себе выбрать, и для подарка, мне кажется, это прям само то. И опять же, например, если вдруг у вас, допустим, подружка вяжет, да, или там шьет, или еще что-то делает, какое-то рукоделие, или, в принципе, любит всякие такие сумочки, мне кажется, что это будут отличные вообще подарки, отличные, не знаю, дополнения к подарку. Ну, в общем, вот, смотрите, просто хотите однотон, пожалуйста, хотите что-то повеселее, пожалуйста. В общем, большая сумка, как я уже сказала, в нее много что помещается, поэтому, ну, не знаю, как бы мне они заходят просто на ура, потому что они реально очень удобные. Будь вы мама в декрете, будь вы бизнес-леди, будь вы, не знаю, там, шофер, неважно кто, но они реально толковые. Я надеюсь, что вы понимаете, что, как это сказать, я себе, да, купила несколько таких сумочек. Я их потестировала просто от и до, и на прогулку, и в дождь, и в снег, и град. В общем, и поэтому я действительно рекомендую то, что мне самой нравится. То есть, если бы качество сумок было не очень, невзирая на нашу с Аней дружбу, я бы вам не рекомендовала их. Но так как качество просто топ уровень за эти как это сказать, за эти принты, за это качество работы и за вообще, все исполнение, да, ну это просто вообще огонь, огонь, пожар. Вот, поэтому я точно могу рекомендовать. Вот, ну и, конечно же, как это сказать, я поддерживаю Аню, потому что мне кажется, это прям ее. Она в этих сумках очень хорошо разбирается, она хорошо разбирается в тканях, в пошиве, в раскрое и во всем, всем, всем. Поэтому, ну, мне кажется, однозначно надо поддержать. Вот, так что все, надеюсь, вам было интересно. Если что-то надумали, пишите или в комментарии, или в любой там социальной сети. Телеграм, Инстаграм, ВКонтакте я есть. В общем, здесь в комментариях, где вам удобно, все ссылки всегда в инфобоксе. Проходите и смотрите, переходите там, где вам удобно. Я всегда на связи. Вот, всегда достаточно оперативно отвечаю, отправляю, ну, везде по миру, куда можно отправить из Беларуси. Вот. Так что все, на этом я пока что завершаю. Чуть попозже к вам подключусь еще, покажу свои проекты. Приветики, смотрите, мамина шапочка готова, она сохнет. Я вам ее, по-моему, вообще не показывала. Ну, конечно, у меня очень это крутое полотенчико для видео, но я думаю, что это не важно. В общем, здесь у меня Лана Гата Макси Софт и ниточка Альпака
забыла, Альпака Брайт или как, тоже от Лана Гата. Этикетки вам попозже покажу. А в общем, Лана Гата Брайт, это альпака, мне дарила Люба. Люба, тебе привет большой, если будешь смотреть. А этот Макси Софт я покупала сама буквально вот недавно. И это было в планах на осень. Ну, осенью не сложилось, сложилось зимой, короче. Вот, в общем, шапка получается, здесь идет патентная резинка, насколько я понимаю, да, но, например, многим нравятся такие галочки, мне нравятся больше вот такие галочки. Но я постаралась сделать шапку двухсторонней, чтобы мама могла носить и так, смотря какие там захочется. Вот, и макушка закрытия на, получается, сколько-то, 4, что ли, клина, ну, получается, здесь две штучки и там две штучки. Вот, короче, она пока что сохнет, она пока супер мокрая, и здесь будет такой отворот. А маме моей, как она сама считает, шапки не идут. Вот, и она как бы подбирает себе модели, вот, ну, и попросила такую пообъемнее связать, вот, поэтому она такая достаточно большая. Она более теплого цвета, у вас он слишком такой, ну, короче, да, какой-то серый, что ли, непонятный. Вот, ну посмотрим. Надеюсь, маме подойдет. Если не подойдет, значит, будет эта шапочка, скорее всего, в наличии. Вот, пошли дальше. Покажу, что там у меня новенького. Друзья, ну что, у нас сегодня четверг, я решила подключиться вам лицом к лицу, к вам, точнее, лицом к лицу. Не знаю, будет у меня там завтра возможность или еще что-то, но решила, в общем, короче, сегодня. Вот, значит, я, единственное, чуть-чуть у меня что-то голос какой-то супер эротичный стал, видимо, я простываю или что, но на самом деле у нас сейчас какие-то вирусы жуткие ходят, я пока держусь, вот, я вам, по-моему, в каком-то из видео рассказывала, что я покупала у Гильтека БАДы, и там есть антиоксидант, по-моему, уж не знаю, он ли виной, но, в общем, у меня максимум там горло где-то першит, и все. Я тут фу, не разболеваю, не, как это, не разболеваюсь, не разболявливаюсь, не знаю. Короче, не заболеваю. Вот, поэтому на самом деле, ну, неплохо, неплохо. Могу сказать, что мне, в принципе, нравится. И у меня пошел, короче, какой-то подшерсток расти. Хотя там ничего такого это не написано, вот, и какая-то, знаете, активность такая, немножко жизненная сила, вот, возможно, это перед Новым годом у меня, ну, не то, что прям всегда, но тоже, да, такой активный период, но прям, знаете, как-то так полегче стало просыпаться, вот, поэтому я не могу сказать, что это 100% эти БАДы, но плохого точно в них ничего нету, поэтому, ну, наверное, могу рекомендовать. Так, значит, давайте я быстренько вам покажу. Я уже должна была подснять шапку для мамы, она у меня мокрая, пока откисает, лежит. Значит, вязала, как я уже там, по-моему, все рассказала. Вот у меня ушло, получается, 2,5 чуть меньше мотка Лана Гата Макси Софт. И один моточек, даже еще чуть-чуть остался, вот этого вот Альпака Брайт. Он 190 метров на 50 грамм, получается. Вот, так что расход отличный, такой, на самом деле, хороший, но эта полупатентная резинка, она, конечно, жрущая дамочка, просто пипец, когда, получается, вяжешь эту лицевую обычную, а изнаночную в петлю предыдущего ряда, и получается, что, ну, как бы, изнаночную ты, типа, 2 раза провязываешь одно и то же. Она, конечно, обжора еще та, и так резинки, в принципе, мериносовые такие достаточно знатные, а это прям такая ого-го. Короче, в общем, шапка для мамы готова, надеюсь, что она и подойдет, сядет, ну, не подойдет, не сядет, значит, как бы, будет тот другой носить. Так, значит, я начала вязать для папы снуд. В общем, конечно, ничего не понятно, потому что это черная пряжа. Вот, еще и на лантермуны я переодела. Ну, в общем, короче, это просто, знаете, это сам мечта извращенца называется. Вот, но я вяжу вечером, честно говоря, никаких проблем не испытываю. Хотя у меня, не могу сказать, что супер яркая лампа надо мной. Нет, но мне как-то хватает, не знаю. В общем, короче, здесь что по пряже. Значит, это вот такая вот пряжа. Это китайский кашемир. Так, здесь 310 метров на 50 грамм, шерстяная нить тут написано, чего-то там, но насколько я помню, что здесь какой-то, короче, процент, естественно, кашемира есть, в основном это меринос и чуть-чуть ПА, вот, то, что это 100% кашемир, конечно, я за 10 рубасов, но это просто смешно, смех в зале. Вот, значит, получается, я вяжу в 3 нити вот этой основной нитки и одна нить дополнительного, чтобы это все дело не расползлось, потому что эта пряжа, она хорошо раскрывается, она выдает пушок, и она так немножко расползается. Вот, я не могу сказать, что мне прямо не надо, чтобы она расползалась, но тем не менее. В общем, короче, я вот взяла 2 мотка, у меня таких мотка 3. Всего, получается, я из одного мотка вяжу из серединки и внешней стороны, и второй моток просто из серединки. Вот, значит, получается, что я вязала, что там, видно, не видно,
Ну, вот так, давайте близко покажу, чтобы не засвечивалось. В общем, я резинку вязала на 4,5, и основное полотно я вяжу сейчас на 5. В общем, я изначально, это уже перевязанная версия, естественно, так как я вязала снуды всегда на девочек, не знаю, мальчиков, детей, короче, да, и взрослых, но таких, знаете, как это сказать, в общем, миниатюрных, да, тут как бы папа у меня мужчина, в общем, мужчина, серьезный, вот, это как папа мне говорит, я его спрашиваю, говорю, пап, что тебе купить? Он такой, купи мне рубашку, я говорю, хорошо, пап, я говорю, какой у тебя размер? Он такой, 54-й, ну, в общем, мы поржали, в итоге у него, короче, 62-й там или какой размер, мама ржет, говорит, ну да, тут был недалеко, несколько лет тому назад, и то. Вот, поэтому объем, как это, обхват груди у папы 122, 121, ну, короче, в общем, знатный мужчинка. Ну, естественно, и шея, и лицо, все как бы, да. Хотя я не могу назвать его толстым, но он просто такой большой, в общем, дядя. Вот, и, короче, я как-то набрала сначала 88 петель на спицах 4,5. Отвязала, вроде понимаю, что все растягивается, вроде все нормально. Но мне очень бы не хотелось, знаете, чтобы это был какой-то... Ай, блин, где-то, короче, детскую книжку, если вы знаете, Чиполлино, такого лохматого года, у меня вот ребенок у свекрови взял, и там, короче, есть граф Вишенка, или как он там, короче, мальчик такой, да, Вишенка, и у него вот здесь вот такая белая жабо, или как это называется, оно, короче, прям по шее. В общем, не хочу, чтобы папа также смотрелся в этом снуде, да, чтобы это было прям по шее, и он был какой-то такой, знаете, как будто человек без шеи. Вот, поэтому я посмотрела, думаю, нет, это фигня какая-то, слишком как-то, как будто бы этот самый. Вот, а вот этот, получается, я набрала 100 петель, вот, резинка на 4,5, основное полотно на пятерочке, вот, и мне вот сейчас это нравится. То есть это, да, ну, понятное дело, что голова у папы чуть-чуть побольше, чем у меня, но тем не менее, в общем, это будет более-менее вот здесь вот сидеть, здесь это будет, то есть он хочет одна, как это сказать, короче... не в два оборота, а один, получается такая труба, и чтобы он здесь вот собирался, вот, поэтому это будет такая длинная трубища, которую папа будет одевать, она будет здесь вот так собираться, и это будет тепло, вот, и главным критерием это было, чтобы это было не колючее, папа у меня очень чувствительный мужчина, как и многие мужчины, вот, поэтому, короче, вяжу, мне нравится, очень приятная пряжа, ничего не колет, ничего вообще не знаю, не чешет и все остальное, вот, так что это у меня живет вот в такой вот чудесной сумочке. Антия, привет, это сумочки Ани Павловой, я вам должна была подснимать новую поставку Аниных сумочек, вот, и я уже одну даже сумочку, в общем, купила себе, мне мой муж сделал подарок на Новый год, точнее, как, я ему сказала, говорю, вот, я выбрала себе подарок на Новый год, он говорит, ты точно уверена? Я говорю, конечно, я говорю, что тут думать, вот, так что у меня красивая синяя, это я ее назвала грозовая девочка, вот, так что у меня будет теперь такая сумка в коллекцию. Так, значит, все, по проектам, получается, носки у меня вяжутся, те, которые с невнятной пяткой, я их полностью в ноль распустила, меня они что-то взбесили вообще, думаю, нет, надо все мне перевязать, я взяла спицы поменьше и меньше петель набрала, у меня было 64 на 2,5 я вязала, из Travel Socks от Айники, вот, а сейчас я взяла 2,25 и набрала 60 петель, вот, и сейчас вяжу, получается, пагалинок. А, сколько я там отвязала? Ну, короче, какую-то там половину отвязала. Буду вязать свою любименькую французскую пятку. Реально, мы уже со многими пооболтали, что эта пятка, значит, она хороша в полотне резинка, когда носок связан резинкой, а если без резинки, на такую достаточно, ну, большую полную ногу, да, у меня нога худая в щиколотке, вообще сама по себе, вот, и поэтому, ну, как бы, дело такое, да, на мне это смотрится просто, я же говорю, что там три ноги может поместиться, какие-то такие, знаете, семейные носки, один носок надел и всех согрел, вот, значит, что еще, мне пришла посылка, значит, магазин называется Merino Heart, я вам оставлю, естественно, ссылочку, вот, значит, находится в Ставрополе, если я правильно помню, если вдруг я что-то ошибаюсь, я вам обязательно подпишу. В общем, классный магазин в Телеграме, значит, все там представлено, вот сейчас у них едет новая поставка, значит, должно быть там куча вообще всего классного, и носочка должна быть и бобинная, в общем, значит, давайте я вам покажу, что я выбрала для себя, и потом расскажу там все вводные, все данные. Так, значит, я тут решила не разбирать, но тем не менее, я думаю, что вы, в принципе, будете понимать, но потом чуть попозже покажу. Значит, вот такой вот пакетик, здесь по два моточка носочная пряжа, причем это толстячки. Значит, вообще, в чем соль, да? И вот еще вот такой вот моточек, он один, потому что здесь другой метраж, и здесь вот эти толстяки, они прям другого метража. Значит, это носочка, это получается турецкий сток,
Но на этом турецком стоке очень многие европейские бренды заказывают пряжу для себя. Потом просто, видимо, свою наклеечку, там, да, свой лейбл и все остальное. Значит, вот смотрите, вот конкретно вот это чисто турецкое. Здесь написано там Турция, да, там и так далее и тому подобное. Произведено в Турции и так далее, да, я вам сейчас поводно все расскажу. А вот эта пряжа, давайте я раскрою, извините, сейчас пошумлю немножко, давайте я по одному мотку достану, да, чтобы вас сильно не шебуршать. Короче, смотрите, вот такая вот пряжа, это какой-то джурбо, не знаю, как это читается, в общем, здесь написано traditional Nordic sock yarn, вот, видите, я не знаю, будет ли вам видно, может быть, наверное, не будет. Ну, короче, поверьте мне, в общем, на слово, что это. Написано Traditional Nordic Sock Yarn, хотя пряжа на самом деле турецкая, то есть она турецкий сток и потом уже распределяется дальше по европейским брендам. Причем, что мы даже с Сашей с канала уехала вязать, тут у нас следствие вели колобки. Мы, короче, нашли эту пряжу, в общем, на норвежском сайте, какой-то, может быть, скандинавский, может, не прям норвежский, ну, короче, какой-то скандинавский сайт, и там вот конкретно эта пряжа представлена. Вот, к сожалению, без цен, не могу вам назвать цены, но, тем не менее, это просто очень прикольно и интересно. Не в плане того, что, знаете, это какой-то всемирный, там, не знаю, обман, нет, просто и в Турции, знаете, многие к Турции относятся очень предвзято. Я, например, Турцию люблю, не все, конечно, но есть определенные там артикулы, марки и все остальное, да, но пряжа в производство реально очень хороша. Я знаю много, как это сказать, пряж, которые выдаются за итальянскую, на самом деле они сделаны в Турции. Вот, поэтому это такой, знаете, маленький секретик. В общем, смотрите, вот это красавчик вообще, просто обожаю. 100 грамм, 150 метров. Поэтому я взяла два мотка. Это будут либо носки такие толстые, прямо бронебойные, либо вообще я подумала связать такую дурацкую шапку, смешную. Во-первых, она будет толстая, во-вторых, она будет объемная, и в-третьих, она будет классного вот такого вот принта. Насколько я понимаю, вот эти вот такие секции, мне кажется, это будет какой-то минимальный жаккард, если я правильно понимаю, потому что выкладку я не видела. Вот, значит, здесь все по классике, 70 шерсть, 30 полиамид. Значит, сделано в Турции, как я уже сказала. Нам рекомендуют спицы 4,5. Ну, 4,5 это они, конечно, загнули, это, наверное, на какое-то плечевое изделие, на носки я бы брала, ну, 3,5 точно я бы брала, наверное, 3,75, я так думаю, чтобы было поплотнее. Так, ну и вот этот цвет 822-67, если вдруг вы будете покупать там, да? Вот, и вот это вот, это меланж раги, да, не знаю, раджи, раги, в общем, здесь 100 грамм, 260 метров, цвет это 284-33, так, и здесь 75-25, вот такой вот очень красивый какой-то такой конфетно-нежный йогуртовый цвет, вот, так что, в общем, вот такие вот по два красавчика, то есть, получается, этот прям совсем толстячок, это, наверное, как что это, восьминитка, скорее всего, да, это типа как шестинитка, вот, и вот этот вот моточек, очень красивая расцветка и такая, как я люблю, как будто бы немножко потертая чуть-чуть, значит, это уже какой-то Create with Adlibris Socky 75, я как этот, знаете, ота-ота, о, шоуко, 75 супервош, шерсть 25 полиамид. Так, 100 грамм, 200 метров, это как wool time, ну, а поэтому, соответственно, я взяла один моток, одного мотка wool time, мне хватает на носки мужские до 43 размера. Не надо сейчас закатывать глаза, а то мне очень многие пишут, как, мне хватает на 37, на 37 размер. Не знаю, девочки, как, я вяжу на 56 петлях, и все прекрасно, вообще, налазит на разные ноги, не знаю, как можно по-другому. Так, и вот этот цвет C154. В общем, вот такая вот красота, вот такие вот, получается, у меня, ну, будут точно три пары носков, не знаю, правда, когда я буду их вязать, но, возможно, в скором времени и начну, знаете, на новогодних каникулах, возможно, к родителям возьму с собой, вот, и вот свяжу вот таких вот красавчиков, вы только посмотрите. Значит, и еще, да, это же не все, конечно же, и еще я решила взять, я последнее время что-то очень люблю пайетки на хлопке, на полиамиде они уже как-то немножко надоели, как будто бы, вот, а на хлопке это всегда классно, вот он тут. Всегда классная тема, можно подмешать, можно в кашемир подмешать, чтобы он был более стабильным, можно подмешать к софт донигулу, например, я в последнее время вообще влюблена в смесовки, можно подмешать к льну, чтобы он был более, например, стабильный, можно подмешать к карной пряжи.
пряжи, мне кажется, тоже будет классно. Ну, короче, вообще, мне кажется, это универсальный солдат. В общем, смотрите, это вот такая вот красота. Это черная хлопковая нитка, и на нее на этот надеты черные пайетки, чуть-чуть блестюшки. Ну, мне кажется, это очень стильно. Я, знаете, у меня от любви до ненависти просто вообще полшажочка. То я люблю королевские пайетки, знаете, ну чтобы просто вот сорока белобока. Хотя, правда, я не считаю это цыганщиной, если это уместно, и если человек это еще хорошо сочетает с какими-то другими базовыми вещами, а не весь, как новогодняя елка блестит, то мне кажется, это очень круто, очень стильно, но я же говорю, не всем просто такое идет. Вот, но, например, если это какая-то обычная ниточка, да, и в нее вот подмешана вот такая вот одна ниточка, мне кажется, это очень деликатно, это очень симпатично, и вообще никакой цыганщины абсолютно не пахнет. Так, значит, давайте я расскажу. Значит, это артикул Cotton Pellets называется. Здесь 95 хлопок, 5 пайетки. Значит, метраж, насколько я помню, то ли 800, то ли 900 здесь метров на 100 грамм. И цена 480 рублей за 100 грамм. Так, давайте я вам покажу. Подождите. Вот. Вот так вот выглядит этикетка. Вот здесь вот Telegram, ну я, естественно, все продублирую в инфобоксе. Так, вот так вот это все выглядит. Поэтому, в общем, короче, я, честно говоря, не очень помню, сколько у меня здесь грамм, но здесь точно хватит на полноценные изделия, тем более я же не буду соло использовать, это будет обязательно под мод. У меня лежит 5 моточков Siam, что-то-то там, я не помню, Юлечка мне дарила, там вискоза с чем-то, я не помню, с полиамидом, что ли, или с шелком, с хлопком, не помню. Вот, и мне кажется, будет классно подмешать и сделать такой, знаете, джемпер, возможно, с вырезом, который такой, не то, что праздничный, нет, но который такой просто самодостаточный, который можно надеть под джинсы, и будет просто вообще классно. Хочется, знаете, леди блести, сверкай, вот, в таком нормальном проявлении. Короче, вот такая вот красота. Вот, поэтому, значит, я вот, мои новые эти моточки, реально очень классно. Значит, что вам хочу сказать? Во-первых, что мне понравилось? Очень оперативная связь. Ты написал, все тебе ответили, подобрали, подсказали, да, все оперативно. Нет такого, что ты написал, и 30-100 лет ждешь, блин, ответа. Значит, быстрая доставка. Реально, очень быстро, в смысле не сама, ну доставка там от СДЭКа зависит, да, но вообще в целом достаточно быстро, а быстрый сбор заказов и вам отправка, да, то есть нет такого, что вы там 2 недели ждете, когда, может быть, однажды вам что-то отправят, быстро, то есть вы собрали, например, там заказали, оплатили, все, и сразу же ваша посылка поехала, вот. Во-вторых, хорошие цены, да, нету каких-то драконовских цен, а носочка вообще отличных, там, ну, разная, естественно, цена, но тем не менее, да, очень демократично, я бы сказала, прям, особенно нынешние цены на носочку, ты такой, бывает еще такая носочка, обалдеть. Вот, классные расцветки всякие разные, там есть и были однотоны, но я не успела, были эти, как они, не мулине, а, боже, подождите, мулине, да, мулине. Я мулине не очень люблю, но тем не менее, да, для тех, кто любит, там вообще классные расцветки есть. Какие-то меланжевые, какие-то секционки, ну, в общем, короче, разный метраж, и 400, 420, вот толстячки такие были, плюс куча бобинной пряжи. Значит, как я уже сказала, да, сейчас это будет скоро новая поставка, ждут новую поставку, ну и там, в принципе, есть из чего выбрать. Вот, и есть еще тоже классная фишка, что если вы берете целая бобина, ну, без размота, да, то, по-моему, 10% будет скидка хозяйка магазина. Вот, Наталья дает такую скидку. Это тоже очень классно, потому что часто, например, бывает, там полкилограмма осталось, ты взял, еще и 10% получил. Классно, ты бы и так ее купил, да, а тут еще 10%. Ну, в общем, короче, это такой, знаете, новенький магазин мне в копилочку, и надеюсь, вам, вот, поэтому вам рассказываю, знаете, как это, от чистого сердца, вот, поэтому переходите, ну, знакомьтесь, да, я думаю, что до меня, до Минска из Ставрополя посылка ехала 4 дня, ну, мне кажется, это вообще прекрасно, да, учитывая, как бы, расстояние, вообще, у меня иногда из Москвы, блин, больше посылка ездит или из Питера, вот, поэтому однозначно могу рекомендовать, я жду новую поставку, возможно, носочку какую-то присмотрю себе, возможно, что-то еще, возможно, уже пойду по летним составам, да, почему бы и нет, уже зима, сейчас вшик и все, вот, так что однозначно рекомендую пойти познакомиться. Меня все устроило, вообще просто сервис отличный. Вот, так что все, по-моему, я на этом, мне кажется, я должна завершаться. Мы сейчас, значит, с Сашей из канала «Уехала вязать», поедем, съездим, прогуляемся немножечко. Вот, Саша скоро уезжает, и поэтому я тут немножко грущу. Друг мой поедет подальше, вот, и нам будет оставаться только общаться, это самое, как это, в Телеграме, да, и смотреть друг другу YouTube. Вот, а Саша в этот раз с нами
будет тоже выпускать видос, я надеюсь, да, ничего не помешает, такой этот предновогодний наш заводной, вот, вместе с Настей Герасимовой и Сашей, да, с канала «Уехала вязать», вот, поэтому надеюсь, вам понравится, и вы, как это сказать, еще больше зарядитесь, да, предновогодней атмосферой. У нас, конечно, за окном просто плюс, все тает, это, как это говорится, когда были эти снегопады в ноябре, да, кто-то там говорил, от создателей новогодних снегопадов и снега на и дождя на Новый год. Вот примерно вот это реально такая же история. А вот, так что все, на этом я буду завершаться. До следующего включения и пока-пока. Вот они, блогерские будни. Да, у нас есть вопросики с ориентацией, в общем, на местности. Но ничего, мы справимся. Вот эта локация симпатичная. Тут, конечно, есть люди. Но я думаю, что это нам с вами не помешает. В общем, вот такая вот красота. Красотинская. Находится у черта на рогах. Но ничего страшного. Съемы делает, съемы под съемы. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. Девочки, привет, мальчики. Значит, часто меня спрашивают по поводу кремов для рук. Значит, вот один из последних кремов, которыми я так активно пользуюсь. Значит, это гельтековский крем для рук с церамидой и пребиотик. Он достаточно большой. Вот, как я уже говорила, что у меня есть вопросики с руками. Значит, смотрите, что хочу сказать по данному крему. Во-первых, крем с накопительной функцией, да, то есть сразу же кажется, что он достаточно легкий, вроде как, ну, не то, что ничего не делает, ну, такой, типа, не очень прям, это тяжелая артиллерия, но он реально накопительный. Вот, и что очень классно, что он, во-первых, он быстро очень впитывается, нету никаких жирных там моментов, да, это вот такой крем, знаете, если вам надо увлажнить руки и, например, пойти вязать или пойти что-то делать, да, потому что часто бывает питательным намазал, и все потом летит из рук. Здесь очень быстро впитывается, вот, и если, например, проходит где-то там 5, 7, 10 минут примерно после того, как вы намазюкали, у него есть неомыляемая, как это сказать, составляющая, то есть вы моете руки, но до конца крем не вымывается, он остается на руках. И это очень круто, потому что вечно я только на пэцкую, только на этот самый, мне надо там что-то помыть, что-то сделать, да, и все. И получается, крем весь улетает в трубу. А здесь реально вот эта вот неомыляемая штучка, мне прям очень нравится. Вот, у него легкий запах, очень такая легкая консистенция. То есть, допустим, на ночь я не всегда прям им мажусь, потому что мне хочется чего-то более такого, знаете, посущественнее, вот, но именно в течение дня, например, если вам надо за руль или еще что-то, короче, вот этот вот крем прям супер, реально, он хорошо работает, убирает шелушинки, причем не просто, знаете, пленкой, а, ну, толково, вот, поэтому, в принципе, это, наверное, топ-1 сейчас у меня крем именно в течение дня, реально, я прямо поняла, что такое нормальные руки, не очень сухие, и которые не хочется каждые 3 секунды помазать кремом, вот, поэтому, короче, могу рекомендовать. Я, по-моему, брала его на Wildberries, если я не ошибаюсь, или на Озоне, вот, я не помню, если честно, вот, ну, можно просто вбить, как бы, вот, по названию, и он вам там все найдет, вот, так что такая рекомендашка от души.